панель быстрого доступа. В левом верхнем углу главного окна находится панель быстрого доступа, обеспечивающая однокликовый доступ к самым важным или часто используемым командам. Это позволяет избежать необходимости переключения по вкладкам и поиска нужных кнопок. По умолчанию на панели расположены 4 кнопки Word. Сохранить, отменить действие и вернуть действие. Нажмите кнопку настройки панели быстрого доступа. Откроется меню со списком доступных команд, любую из которых можно поместить на панель. В качестве примера добавим кнопку для быстрой отправки документа на печать. Кликните строку «Быстрая печать». Кнопка добавлена на панель быстрого доступа. Теперь можно распечатать документ непосредственно из рабочего окна. Если нужной команды в списке доступных нет, найдите ее в диалоговом окне кнопки «Другие команды» в меню настройки панели быстрого доступа. В левом окне выберите щелчком мышки необходимую команду и нажмите кнопку «Добавить».